так сторож живут. Дедушка с бабушкой сторожил, отец с матерью сторожили, брат сторожил, мне некуда идти, и вот и теперь я здесь. Они по своим домам разошлись, а мне некуда. И уже дома тоже уже старые, уже 200 лет этим домам тоже. Его только надо будет или реставрировать, или поломать там где-нибудь заново построить. Это же не разрешают. Не знаю. Они тоже помогают уборку сделать, там прибрать, здесь прибрать. Ну, что делать? Хоть зарплаты нету. Зарплаты с 15-го года зарплаты нету. Раз живем, надо смотреть. Ради Всевышнего делаем это все. Что делать? Под ним все одинаковы, равны, все равны. Туда тоже пойдем одинаковые, и здесь тоже живем одинаково. А мать у меня аварка, отец азербайджанец. В 47-м году, как отец приехал служить, вот остался здесь. И вот с того времени живем здесь. Сейчас мне сын принес оттуда с фермы цыплят, вывели, отнесли, мусорку выкинули. И сын полный багажник принес, штук 200-300, наверное, я сейчас их, где я сама лежу, там и поставила их, жалко их убивать тоже. Думаю, пускай растут, сколько вырастут, вырастут, что делать. Мешки приносят, мы убираем, сколько, почти 15 машин КамАЗа отсюда мусор вынесли. Деревья срубили, лишние эти вещи убрали. Кто смотрит по телевизору, но проходит уже лет 20, наверное, больше, наверное. Их здесь не осталось, все разъехались по своим местам. Кто видит, смотрит, снимаем видео, отдаем, если нужно реставрировать, они отправляют, а мастера реставрируют. Если там сила моих детей нужна, мои дети сделают, а памятника мои дети же не могут делать, но они там залит, приподнят, там что-то сделают, мои дети делают. Вот сейчас в этом году, как, нет, этот год был, да, или прошлый год был, когда это писали. Вот после этого начали, вот кто-то звонит, кто-то писать, а так год один раз, один или двое приедет, всех своих родственников на видео снимет, кто какой заказал, и отвозят, отправляют туда в Израиль, а так нет. Есть редкие 5 человек, наверное, отцы, которые каждый год приходят на могилу отца. Остальных нет.